Наш урок будет подчиняться определенной последовательности. Эту последовательность я вывела опытным путем. Я вам очень рекомендую ее придерживаться не только во время разработки и работы над вашим первым пазлом, но и в дальнейшем, так как она поможет вам значительно сократить ваши трудозатраты. Обводим только по основным линиям. Самый простой способ сделать пазл – это просто разделить ровными линиями в различном направлении. Годится, может нет, это решать вам. Это различные формочки, пряничные формочки, которые мы с вами используем для того, чтобы делать пряники и печенье. На тефлоновом коврике вы можете использовать пергамент, перфорированный коврик. Отправляем сушиться на 2-3 часа в духовку до полного высыхания айсинга и потом приступаем к нанесению рисунка. Пазл высох, и мы для переноса рисунка опять его возвращаем в коробочку. Данная прорисовка довольно жирная, и я стараюсь ее избегать. В данном случае я целенаправленно сделала ее